Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует о проведении третьего этапа общероссийского социального проекта «Добрый огород». В рамках очередного этапа проекта будет проведено несколько конкурсов. Стать агроволонтерами и принять участие в конкурсе могут жители Одинцовского округа. Победители получат микрогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев. Это поможет малообеспеченным и социально незащищенным гражданам в проведении садово-огородных работ.